Осень пока радует теплом, однако ночи стали холодными. Именно поэтому в Одинцовском округе раньше обычного начали отопительный сезон. Состояние котельных в Звенигороде удовлетворительное, но теплосети требуют пристального внимания, считает Дмитрий Голубков. Надеюсь, что все тепловое хозяйство, теплосети, котельные пройдут успешно на зимний отопительный период. Конечно, хозяйство в Звенигороде требует реконструкции, требует постоянного внимания. Сети не закольцованы, котелен более 20 штук. И, конечно, комплексная система теплоснабжения Звенигорода, вот, наверное, это то, чем надо позаниматься в будущем. Прошли опрессовки, проведены практические занятия с аварийными бригадами. Тепло в детские сады, школы, больницы стали подавать в первую очередь. Отапливаются практически все жилые дома. Дмитрий Голубков после проверки готовности к отопительному сезону осмотрел сквер возле поликлиники, который местные жители стали облагораживать своими силами. Примечательно то, что на очистку территории, на подготовку, на приведение к тому виду, в котором мы сегодня увидели, а сегодня мы увидели, в принципе, хорошая, чистая, подготовленная площадка, вышло добровольно 160 человек. Это люди, местные жители, те, кто постоянно ходят, видят, это работники поликлиники. Парламентарий отметил, что эта территория обязательно будет востребована. Детские площадки, аллеи и зоны отдыха станут излюбленным местом семейного отдыха. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».